Всем доброго дня на моем канале «Творческий процесс». Сегодняшнее видео из штата Аризона, из города Тусон, где ежегодно проходит международная ярмарка минералов и натуральных камней. В это время в городе в различном формате дилеры из многих стран мира предлагают на продажу коллекционные минералы и всевозможные изделия из натуральных камней. По всему городу открываются павильоны, предназначенные специально для этого. Также можно увидеть многочисленные раскинувшиеся натянутые шатры. Кроме того, десятилетиями специализирующиеся на этом гостиницы открывают свои двери посетителям со всего мира. Там, в оборудованных именно для этого мероприятия помещениях, можно увидеть несметные богатства. Мой друг Александр, принимавший участие в этой знаменитой ярмарке под названием «Tucson Gem and Mineral Show», снял специально для моего канала серию видеосюжетов. Этот видеосюжет об изделиях из натуральных камней. Мы ведем репортаж из Тусона. Наконец, здесь открывается очень долгожданное минералогическое шоу. По объективным причинам оно не состоялось в обычное время, в январе-феврале, и было перенесено на апрель месяц. Теперь, наконец, любители камня со всего мира могут приехать сюда и увидеть это замечательное событие. Если вам нравятся обработанные камни, как драгоценные, поделочные, украшения из камней, то Тусон – отличное место, где огромное предложение по данной тематике. Среди тех выставок, которые являются лидерами этого направления, можно назвать такие шоу, как «Джокс», «Холидей Холидом», шоу 22-й улицы, «Пуэбло». На этих выставках работали одновременно сотни, если не тысячи дилеров со всего мира, предлагая самую разнообразнейшую продукцию. Thank you.
Обычная картинка конца шоу. Дилеры отправляют материал либо клиентам, либо к себе на родину. Если вам близка и интересна тема натуральных камней и минералов, то подписывайтесь на мой канал «Творческий процесс». Здесь в плейлисте, который так и называется «Натуральные камни и минералы», вы найдете много интересного на эту тему. Например, лекции по минералогии, экскурсии по музеям, сопровождаемые комментариями профессионалов, и видеосюжеты с разнообразных событий.